Проходите. Спокойно, ребята. Красивая собака. Любому глотку порвут, да хоть на меня косо посмотрит. Вы молодец. Очень хорошо. Очень хорошо. На мой вкус слишком выпендривается. Ваш сын сейчас дома? Нет, он в школе. А миссис Уиллок? Она дома? На работе. Понимаете, мне тяжело вести разговор. Не обращайте на них внимания, ничего они вас не тронут, если вы не тронете меня. В детстве на меня напала собака, немецкая овчарка. Мне до сих пор не по себе, если в комнате со мной собака. Бог ты мой, вы прям как мой сосед Уолли. Он на дорожку у дома не зайдет, если собаки не заперты. Ладно. Пошли, ребята. Пошли.